Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале «Деревенский заколхоз», с вами Василий. Сегодня очень интересная история. Сегодня, друзья, мы поедем, и я хочу разбогатеть. Вы все знаете, я заливаю полы, делаю вино и так далее, да? Но мне это все надоело, друзья. Я хочу жить как человек. Не горбатиться вот так, да? Полы вот эти бесконечные, какие-то работы по дому, да? В общем, я сегодня вам хочу рассказать и показать способ, очень хороший способ заработать. Мне надоело уже вот эта бетономешалка, да? Надоело. Мне надоело делать, друзья, вино по 600 литров, а то и больше, когда хороший год. Мне надоело забивать вот эту морозилку фруктами. Ягодами, друзья, надоело, я хочу разбогатеть. Мне надоело собирать этот орех каждый день, грецкий орех. Вот каждый день приходится ходить и по целому ковшику собирать. Просто уже нет сил. Мне надоело вот эти теплицы сажать, да, помидоры собирать, сажать пшеницу, чтобы кормить куриц. Сколько можно их собирать? Они все растут и растут. У нас уже октябрь на дворе почти. Они все лезут и лезут, эти помидоры. Ну что с ними делать? Надоело вот делать эти теплицы. Сколько можно? Хочется просто жить. Хочется просто жить и радоваться. Я хочу стать богатым, чтобы не держать уток. Понимаете, да? Я хочу просто пойти в магазин и купить это вкусное мясо. Вкусное домашнее мясо от фермерской какой-нибудь. Самое дорогое. Я не хочу больше собирать яйца. Я просто хочу пойти в магазин или просто заказать где-нибудь в ресторане яичницу. Ну сколько можно их собирать вот прям ведрами? Ну сколько можно? Ой, Господи, когда же это все закончится? А оно закончится, друзья, скоро. Я вам покажу секрет. Я просто хочу жить как человек. Мне надоело, надоело горбатиться. Вы все знаете, какой я коммерсант, да, успешный. Все мои проекты, это просто можно озолотиться. Я бросаю вот это все. Я бросаю горбатиться, и мы едем зарабатывать бабки, живые бабки. Я просто уеду. Я просто уеду вот в такой дворец. Я помогу и вам заработать, и сам заработаю. Я уеду в домик на берегу моря. Это будет просто рай. Вперед. Диночка, пропусти меня к светлой жизни, я тебя прошу. Я больше не могу, Дина. Ну пропусти, пожалуйста, а? Пропусти. Диночка, пропусти меня, а? Скоро мы разбогатеем, Дина. Скоро мы станем миллионерами. Я беру свой лайбодрон. И everybody, come on. Come on, everybody. К светлой, счастливой, красивой жизни. Я знаю, что все вы мечтаете, как и я, о хорошей, богатой жизни. Процентов 90 из вас хочет оказаться здесь, на курорте, у моря. Согласитесь, хорошо, да? И сегодня я еду в такое место, где можно заработать эти деньги. Каждый из вас может купить домик у моря. Вернее, сможет купить домик у моря. Это просто чудо. Просто чудо. Заодно вот посмотрите, какая погода у нас бывает в конце сентября. Красота. Каждый из вас может вот здесь жить. Просто рай, просто рай. Посмотрите, какое красивое сегодня море. Я часто показываю жилье, где снять, где купить. Многие из вас пишут, что это далеко, Василий. А сегодня я покажу вам, где вы сможете купить жилье. Вернее, заработать на покупку этого жилья, друзья. Это просто рай. Это просто чудо. Я брошу все. Брошу эту работу, брошу это хозяйство и буду зарабатывать
деньги просто гребти лопатой. Как же хорошо в Голубинской, друзья. Сегодня жара в тени 24 градуса. Здесь, наверное, градусов 28. Просто удивительно. В сентябре, в конце сентября, лето. Красота. Скоро я буду миллионером. Куплю себе яхту. И буду круглый год здесь отдыхать. Каждый из вас может то же самое сделать. Просто удивительные места. Сейчас вы поймете, как близко эта мечта. Посмотрите, какие здесь места. В недалеком прошлом здесь жили семьи космонавтов. Элита Газпрома. А теперь, наконец-то, и у меня появилась возможность. Посмотрите, какая красота. Возможно, мы будем с вами соседями, будем жить в таких великолепных домах. Либо же вот в таких замках на берегу. Видите, вот тот с красной крышей. Или прогуливаться вот так по берегу моря. Утром, вечером, днем. В сентябре, в октябре, даже, возможно, в декабре. И, конечно же, начиная с апреля месяца будет вот такая же погода. Азовское море. Самое теплое море в мире. Запоминайте, друзья, места. Как вам такое? Вот там у нас пересыпь, Таманский полуостров, там вдалеке лиман. Очень красивое, удобное место. Не зря богатые люди в свое время здесь строили свои, да, особняки. В советское время для космонавтов, для семей космонавтов, для детей. Видите, вот это все пляж Голубинской. Там дальше Кучугуры, Тамань. Очень хорошее место. Все рядом. Черное море в 40 минутах, даже в 30. И вот здесь мы можем с вами жить. Посмотрите, какое море красивое. Сегодня вода прозрачная, прозрачная. Просто удивительная. Так что кто у нас бежит в Казахстан, кто богатые люди, да, в Турцию от мобилизации, приезжайте к нам в Голубинскую. Даже птицы летят сюда на юг к нам. Оставляйте деньги лучше здесь, в России. Не нужно там прятаться.
А сейчас мы поедем к самому главному. Я покажу вам это место. Вот эта дорога вдоль берега моря, посмотрите. Ее можно использовать для прогулок, для велопрогулок. Можно подняться сюда, куда вот где я стою, тоже по ней. Прямо к пляжу подъехать на машине или на велосипеде. Это очень удобно. Море рядом. Ближе, наверное, раз в 6, чем от моего дома. И сама Голубицкая, посмотрите, вот она там здесь, тоже рядом. Грязевое озеро, центральный пляж я проходил. Показал вам тоже. До школы тоже ближе, чем до меня. Вернее, от меня до школы. Очень удобное место. У меня очень много роликов из этих мест, посмотрите. Велосипедная трасса. Местный, не местный. В общем, можете увидеть все своими глазами, как здесь дела летом обстоят. Здесь есть виноградники. Очень хорошие места. Голубицкая эстейт, вилла Романов. У меня тоже есть ролик на эту тему. Посмотрите, где вы можете жить. Удивительные места. Весной здесь вообще красиво. Разнотравье, поют птицы. Да. Теперь вы понимаете, да, почему я такой довольный? У меня есть шанс здесь жить. Как заработать? И все финансовые вопросы сейчас нам расскажет человек. Я возьму у него интервью. Может быть, это и вам пригодится. И причем реально. Но это не шутки, друзья. Вы сможете действительно на этом заработать тоже. Кто, конечно, разбирается в этом и захочет. Видите, какие здесь дорожки кругом. Тишина, красота. И ведь это уже осень. Конец сентября. Многие люди спрашивают у меня, Василий, как погода, как дела здесь осенью. Вот заодно я вам и показываю. Очень хорошо, очень тепло. Просто жара. Очень хороший воздух здесь. Разнотравье. Морской воздух смешивается. И, конечно же, красивые виды. И такие вот дорожки. Вот эта дорога, которая нам нужна. Скоро мы там окажемся. А я вам сейчас покажу сначала. Вот эта дорога спускается к морю. Я только что там был. Я покажу вам саму Голубицкую и как это рядом с Голубицкой. Видите, вот эта улица? Красная. Откуда едут машины, это объездная дорога. А вот если поехать по Красной улице, там будет школа. А вот этот новый микрорайон находится здесь, рядом. Смотрите, как удобно. Море близко. Я вам только что показал. Вся инфраструктура, больница, станица, да? То есть школа, детсадик тоже рядом. Вот оно все. Просто будет сложно понять на словах. Я поэтому вам, друзья, и показываю. Чтобы было визуально так наглядно. Понятно вам. Рыбалочка все близко. А вот там вот Темрюк на горе. Его даже отсюда видно. Тоже рядом. Районный центр. Дом на берегу моря. Коттеджный поселок мечта. Как вам такая красота? Посмотрите, что лучше, да? Какой вам вид лучше? Вид на море, который я только что показал? Или вид на лиманы и виноградники?
Посмотрите, и главное, дорога рядом. А вот эти домики. Сейчас мы дождемся человека, и он расскажет нам обо всем. Я, к сожалению, не владею всей информацией, поэтому на этом видео я буду завершать. Основное видео с информацией об этом всем я буду снимать отдельно. Сейчас я дождусь его и вместе с вами посмотрим, какая это красота и нужная вещь. Я так понял, здесь даже есть готовые дома, уже можно заселяться и жить. Но все-таки, видите, информацией не владею, давайте все-таки дождемся его и узнаем точно. На этом я с вами попрощаюсь. Вторая серия будет интереснее намного. Мы уже перейдем к самому главному. Как заработать денег и сюда переехать. До свидания всем и счастья.